Глава Якутии встретился с депутатами японского парламента и представителями деловых кругов Японии. Егор Борисов отметил, что республика видит в Японии важного партнера, с которым нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения. А лидеры двух государств находят все больше точек соприкосновения, в рамках которых можно уверенно развивать контакты на уровне регионов. Также стороны обсудили совместные мероприятия, которые пройдут в рамках года России в Японии в 2018 году. Так, в официальную программу Дней культуры Российской Федерации в Японии русские сезоны планируют включить выступление Государственного театра оперы и балета республики. Обсудили и вопросы включения якутских национальных видов спорта, масс-рестлинга и борьбы хапсагай в программу международных фестивалей боевых искусств в Японии в 2018 году. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения якутского кино и якутской кухни в Японии.